И пускай США-агент является значительным игроком во вселенной комиксов, его имя не является нарицательным у основных поклонников киновселенной Marvel. И поэтому мы собираемся рассказать некоторые из его самых странных и диких историй. Перед вами малоизвестная правда о США-агенте Marvel. В «Капитане Америка» номер 323 читатели знакомятся с суперпатриотом, оригинальной супергеройской личностью США-агента. Джон Уокер в роли суперпатриота кажется полной противоположностью «Капитана Америка», которого знают читатели. В то время как Кэп часто был вдумчивым и осознавал ответственность своей работы, суперпатриот игнорирует ограбление старушки, потому что это преступление недостаточно блестящее, чтобы он потрудился его остановить. Он стал первым сквернословящим капитаном и призвал американский народ сосредоточить на нем свою патриотическую энергию. Как и следовало ожидать, Кэп не в восторге от нового героя выскочки, но он готов позволить суперпатриоту воспользоваться своими правами на первую поправку, пока не узнает, что суперпатриот и его соратники создают ситуации, чтобы касаться лучше. После того, как суперпатриот и его дерзкие уличные командос доставили Кэпу достаточно проблем, Стив Роджерс и Джон Уокер наконец-то встретились лицом к лицу. Несколько удивительно, но Уокер не был пустой угрозой. У него есть суперсила и достаточно боевых навыков, поэтому на самом деле он сражался с Кэпом на равных. Битва заканчивается только тогда, когда появляется Брюс Спрингстин, поэтому Уокер начинает слушать босса, а не избивать Капитана Америка. Как гласит старая пословица, если хочешь быть мужчиной, ты должен победить мужчину. Капитану Америка приходится иметь дело со множеством вещей вроде Гидры или Зимнего Солдата, но, как выясняется, у него есть еще большие проблемы. Он задолжал правительству США по налогам. В сочетании с тем фактом, что его личность супергероя, силы и нерушимый щит являются собственностью федерального правительства, Федеральный совет, называемый комиссией, сообщает герою, что он больше не может продолжать действовать как независимое лицо. Комиссия предлагает ему выбор – работать в их компетенции или перестать быть Капитаном Америка. Стив уходит от них, выбирая черный костюм и прозвище Капитан, чтобы сохранить свою независимость. В «Капитане Америка» номер 333 комиссия использует суперпатриота, чтобы заменить Кэпа, обучая его лучше сражаться и усерднее работать. Один из членов дерзких уличных командос Уокера, Лемар Хоскинс, получает возможность присоединиться к новому Кэпу в качестве своего партнера, в то время как двое других остаются в одиночестве и становятся слегка корыстными суперзлодеями, называемыми левым и правым крылом. Уокер хочет доказать, что он готов к большому успеху, но он не такой же чистосердечный патриот, каким был его предшественник. В отличие от оригинального Кэпа, у Уокера возникли серьезные проблемы с гневом из-за погибшего во Вьетнаме брата. Тяжела ноша того, кто носит титул Капитана Америка. Практически сразу же после того, как Уокер взял на себя роль Капитана Америка, он попал в беду. Его бывшие приятели, левое и правое крыло, раскрывают миру его тайную личность в комиксе «Капитан Америка» номер 341. Четыре выпуска спустя его родители убивают сторожевые псы, воинственная группа внутренних супертеррористов, одержимые идеей избавить Америку от грязи. Ответ Уокера – убить группу сторожевых псов, а затем выследить левое и правое крыло, чтобы искалечить их во время мощного взрыва нефтяного танкера. Это не совсем приемлемое поведение для Капитана Америка, но комиссия все равно удерживает его. И для этого есть веская причина. Многолетнее бельмо в глазу оригинального Кэпа, Красный Череп, спровоцировал целую цепочку событий, манипулируя комиссией, Уокером и даже сторожевыми псами, чтобы замарать в грязи доброе имя Капитана. Все это достигает апогея в Капитане Америка номер 350, когда Капитан и Уокер объединяются, чтобы уничтожить Красного Черепа. Когда пыль улеглась, Уокер оказался впечатлен убеждениями и навыками оригинального Кэпа. Когда комиссия умоляет Роджерса забрать костюм обратно, он отказывается, но Уокер убеждает его вернуться, признавая, что работа была для него тяжелее, чем он думал. В «Капитане Америка» номер 351 Уокер во время пресс-конференции возвращает Роджерсу его костюм и щит Капитана Америка, но празднование прерывается, когда Уокера зверски застреливает сторожевой пес, который вскоре убивает себя и оказывается смертником Скорджем. Лемар Хоскинс, бывший партнер Уокера, ныне действующий под псевдонимом «Боевая звезда», находит что-то подозрительное в серии этих событий, в конечном итоге обнаруживая, что сторожевой пес, убивший Уокера, не был настоящим членом организации. Вместо этого он был государственным агентом, который инсценировал смерть Уокера, чтобы дать бывшему Капитану Америка время пройти пересадку памяти, пластическую операцию и уроки вокала, запустив новую личность Джека Дэниелса, также известного как США-агент. Однако это не совсем новое начало, так как его новый наряд выглядит так же, как и капитанский костюм Стива Роджерса. Кроме того, у него тоже есть щит из вибраниума. Комиссия заставляет США-агента работать в качестве своего человека внутри Мстителей Западного побережья, группы супергероев, действующих в Лос-Анджелесе. Находясь в команде, США-агент не заводит друзей, но он присоединяется к команде в борьбе с мастером
пандемониумом, бывшим сотрудником киноиндустрии, который заключил сделку с дьяволом и украл воображаемых младенцев Алой Ведьмы, чтобы использовать их помощь в аду. Это не совсем та угроза, с которой способен справиться суперсильный патриот. Примерно в то же время появляется старый друг США-агента «Боевая звезда», чтобы восстановить его воспоминания и напомнить ему, что он не просто марионетка правительства. Поскольку это также означает возвращение памяти о смерти его родителей, это немного неоднозначное благо для Джона Джека. Может показаться, что США-агент сражается только с заклятыми врагами Капитана Америка, вместе со старыми друзьями Кэпа, не имея при этом никаких собственных целей. Но это не совсем так. В мини-серии «США-агент» Джон Уокер сражается против Скорча, смертника, который застрелил человека, притворявшегося Уокером, в «Капитане Америка» номер 351. Да, это немного сбивает с толку, но все становится еще более безумным. Как оказалось, этот Скорч уже не тот, что был раньше. Напротив, Скорч — это личность, предлагаемая практически всем, кто ее хочет. Каждый Скорч проходит идентичное обучение, получает ту же информацию и ресурсы, чтобы убивать преступников вроде карателя. Однако, когда новейший Скорч, Присцилла Лайонс, получает задание застрелить плохого парня, она внезапно решает, что не может этого сделать, поскольку, похоже, она встала на путь исправления. Конечно, остальные Скорчи недовольны этим, поэтому Лайонс умоляет США-агента помочь ей остаться в живых. Но после того, как они объединились, чтобы найти источник организации Скорчей, США-агента схватили и накачали веществами. Но в конечном итоге он был выпущен наставником Скорча кровяным пятном. Затем кровяное пятно рассказывает, что он на самом деле Майк Уокер, брат Джона, который предположительно был убит во Вьетнаме. Но все заканчивается игрой разума, чтобы сбить с толку США-агента. В конце концов, Уокер находит истинного вдохновителя Скорча, дряхлого старика, который когда-то был старым героем Марвел Ангелом, не путать с одноименным героем Людей Икс. Кровяное пятно умирает в бою, а США-агент оставляет старика беспомощным в ловушке на лужайке собственного особняка. Ничто не живет вечно, включая «Мстителей Западного побережья». Команда прекратила свое существование в «Мстителях Западного побережья» номер 102, где основная команда «Мстителей» подвергается критике и в конечном итоге распускается. США-агент тяжело переживает распуск команды, бросая свой щит и костюм в реку Гудзон. К его радости, большинству «Мстителей Западного побережья» не требуется много времени, чтобы создать новую группу. Команду под названием «Группа Силы» создал Железный Человек. США-агент сохранил свое кодовое имя, но наконец-то облачился в костюм, отличный от костюма капитана. Америка. К сожалению, он был ужасен. Тем не менее, у него появилось новое оружие. Чтобы заменить вибраниевый щит, который США-агент бросил в Гудзон, ему выдаются фотонные перчатки, которые могут создать лазерный щит и стрелять лазерными зарядами. Вместе с Алой Ведьмой, Железным Человеком, Чудо-Человеком, Женщиной-Пауком и межпространственным инопланетянином по имени Столетие, группа Силы сражается с кучей инопланетян и монстров из сновидений, доказывая, что для 90-х не было такой идеи или названия команды, которая оказалась бы слишком безумной. У того, кто живет во вселенной Марвел столько же, сколько Джон Уокер, друзей осталось не так много. Вероятно, это потому, что каждый раз, когда его приятель делает что-то даже отдаленно сомнительное, Уокер появляется первым, чтобы отчитать его за это и отправить в тюрьму. То же относится и к тому случаю, когда Соколиный Глаз взял на себя бразды правления громовержцами, командой бывших суперзлодеев, которые хотят начать жить по букве закона. И люди не совсем в восторге от того, что бывший преступник Соколиный Глаз, а также кучка других суперзлодеев, тусуются в Колорадо. Их присутствие стимулирует Уокера к тому, чтобы стать лидером присяжных, корпоративной группы супергероев, которая переходит с охоты на симбиотов и создания неприятностей Веному, к уничтожению громовержцев. Громовержцы ловко побеждают присяжных и в конечном итоге отправляют США-агента на поиски новой работы. Джон Уокер снова появляется в комиксе Marvel «Строгий режим», в котором бывший суперпатриот становится сверхчеловеческим охотником за головами, выслеживая суперзлодеев-беглецов от правосудия под управлением организации STARS. У него появляется новый костюм, который превращает костюм Капитана Америка в нечто среднее между костюмом полицейского и судьи Дредда, а также электрически заряженная полицейская дубинка для борьбы с беспорядками и еще один фотонный щит. Новая карьера Уокера несколько раз осложняется обнаружением того, что сама Земля стала межпланетной тюрьмой для самых страшных преступников в галактике. Эта ситуация в конечном итоге разрешается, но Уокер остается, продолжая выслеживать суперпреступников в попытке проявить себя как нечто большее, чем просто копия Капитана Америка. Это привело к созданию мини-серии из трех выпусков, где США-агент получил временную работу, во время выполнения которой он носил фальшивый костюм Капитана Америка, чтобы быть частью новых захватчиков. Это, по сути, обновленная версия команды Капитана Америка времен Второй мировой войны, теперь состоящая из Немора, Баки и оригинального Человека-факела. Но попытка Уокера уйти от сравнений со Стивом Роджерсом не увенчалась успехом. That is America's ass.
На протяжении события комикса «Гражданская война» Джон Уокер работает на Тони Старка, проводя государственную регистрацию сверхмощных существ. Одним из побочных эффектов регистрации является то, что злодеи начинают бежать через границу в Канаду, чтобы избежать железной хватки Старка. Старк поручает Уокеру возглавить новую программу «Отряд Омега», что необходимо, учитывая, что отряд Альфа был уничтожен мутантом по имени Майкл Пойнтер, который был одержим инопланетянами в попытке захватить Землю. Сначала Уокер отказывается от задания, но передумывает после того, как Пурпурный Человек сбрасывает его создание. В новую команду Уокера входит Джулия Арахна Карпентер, Талисман, Сасквотч, Бета-Рей Билл и оружие Омега, он же Майкл Пойнтер. Талисман возмущена тем, что в команде находится человек, убивший ее отца, но Пойнтер проявляет себя в битве с демонической бригадой крушителей. Уокер остается собой, неприятным человеком, руководящим командой. Их работа идет как по маслу, однако, как всегда, это длится недолго. Джон Уокер провел большую часть своей карьеры в попытке отличиться от Стива Роджерса. Итак, вот хорошие новости. США-агент в конце концов находит способ отличиться от Капитана Америка. Но есть и плохие новости. Это происходит с ним тогда, когда суперзлодей Нюк отрезает ему руку и ногу во время осады, комикса, в котором Норман Осборн объявляет войну Асгардцу. Уокеру была представлена возможность протезирования на основе высоких технологий, которая вызвала бы зависть у Люка Скайуокера. Но он смиряется со своими отсутствующими конечностями и в конечном итоге уходит в отставку. Тем временем он становится начальником тюрьмы суперзлодеев Рафт, помогая Люку Кейджу в формировании новой команды громовержцев, которая использует более традиционных суперзлодеев в качестве испытательной команды супергероев для чрезвычайно опасных миссий. Well, we some kind of suicide squad. Ну, вроде того, да. Эта группа в конечном итоге уступает место Темным Мстителям, команде злодеев, притворяющихся их супергероическими соперниками. Во время одной миссии Уокер и Темные Мстители телепортируются в альтернативную реальность, где США-агент, ошибочно принятый за Джона Уокера, восстанавливает свои конечности. Вернувшись в свою реальность, команда клянется держаться вместе, несмотря на все трудности. Хотя на самом деле никаких трудностей больше не будет. Независимо от того, в какой команде находится США-агент и каким может быть его статус-кво в киновселенной Марвел, он неразрывно связан с Капитаном Америка. Этого следовало ожидать, поскольку даже у его личности после Капитана Америка все еще имеется идентичный щит и неиспользованный костюм Кэпа. Но, как выясняется, эта связь сохраняется, даже когда речь идет не о Стиве Роджерсе, носящем звездно-полосатый костюм. Когда Сэм Уилсон, Сокол, занимает место Капитана Америка после того, как суперзлодей превращает Стива в старика, вмешивается США-агент, чтобы убедить Стива отказаться от щита. Несмотря на отсутствие суперсилы, новый Капитан Америка способен победить США-агента, бросив его в черный как смоль туннель и продолжая преследовать до тех пор, пока Уокер не выйдет из строя. Тем не менее, как и в любом конфликте между героями, существует более глубокий заговор. США-агент не нападал на Сэма Уилсона только потому, что ему велел это сделать радиоведущий ток-шоу. Как оказалось, Стив Роджерс на самом деле подтолкнул его к этому из-за некоторых сложных махинаций, связанных с Красным Черепом, Космическим Кубом и чрезвычайно спорной дополнительной информацией, которая показала, что Стив стал тайным приверженцем Гидры. Как и в случае с большинством комиксных сюжетных линий, он в конечном итоге возвращается к нормальному статусу кво. Посмотрите новые видео на нашем канале. К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых героев и злодеев комиксов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.